Приготовились! Сначала, наверное, будет не очень. Сегодня мы снимаем музыкальное видео и снова мы снимаем на оборудование Ари. Это новая камера, камера Ари Alexa Mini LF. Я думаю, что каждый оператор мечтал бы снимать свои проекты на эту камеру. И сегодня такой счастливчик, оператор Анатолий Симченко, который расскажет несколько слов, что он думает об этом. Большой динамический диапазон, прежде всего, что мне нравится, это для меня сейчас самое главное. Вот. Очень интересная линейка новой оптики Signature Prime. Вот. Приходится привыкать к новым форматам объективов. Вот. Но это очень интересная оптика, очень легкая, очень удобно, опять же, работать на стедикаме, на чем я больше всего люблю работать. Вот. Ну, в общем, мне сегодня повезло. Alexa Mini LF – это камера large format. Основная особенность этой камеры – это сенсор. Он стал в два раза больше. И это дает новые возможности по композиции кадра. Это особая пластика изображения по сравнению с форматом Super 35. Ты думаешь, что Alexa Mini LF – это то же самое, что Alexa Mini, но немножко лучше? Намного. Намного? Намного лучше, конечно. Это открывает для вас новые творческие возможности. Что в первую очередь? В первую очередь, опять же, динамический диапазон. Это очень важно для реализации каких-то вещей, особенно если есть какие-то ограничения, то это позволяет осуществить задачи на гораздо лучшем уровне. Для меня, наверное, это самое главное. Да, формат – это хорошо, это, опять же, размытые фоны, красивый боке. Вот. Но, в принципе, вот это две самых основных вещи, которые мне нравятся в этой камере. У нас в кадре много контрового света, много дыма, но камера, благодаря большому динамическому диапазону, очень эластично отрабатывает контровой свет. Конечно, в том числе благодаря светосильным объективам Signature Prime. Удивительно, но эти объективы сочетают потрясающую четкость и одновременно мягкость изображения. Очень красивое боке. Картинка одинаковая, четкая по всей площади кадра, и это очень важно для композиции. Позволяет не думать о том, что нужный фрагмент изображения на краю кадра вдруг окажется нерезким. У объективов очень мягкие и плавные градиенты в расфокус. Особенно хорошо это заметно на размытии точечных источников света на заднем плане ночной сцены. Круги размываются очень мягко, идеальным белым, без разложения на световые составляющие. Отлично, спасибо. Будем рады вас видеть с этой камерой. Надеемся, постоянно.